С июня по август партия «Единая Россия» провела более 6 тысяч открытых тренировок в рамках всероссийского марафона «Сила России». Все желающие под руководством знаменитых спортсменов Александра Тихонова, Владислава Третьяка, Владимира Бармашова и других делали зарядку на свежем воздухе и выполняли различные упражнения. Мероприятия прошли и в новых регионах России. Но лидером по количеству площадок и масштабу тренировок стало Подмосковье.